Хе-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Шерки. И мы начинаем проходить игру Forager или Forager, я честно не знаю. Это что-то вроде выживалки на острове. Точнее, это и есть выживание на острове, но как бы в 2D таком стиле. Думаю, не стоит задерживаться и пора начать. Вот, собственно, сама игра. Тут нас обучают. Да. Значит, да, построим печь для начала. Вот печь на 10 камней у нас стоит. Ну, вот это камень. Добывается по-разному, то есть там 4 рандом. Поэтому... 10 камней добудем и поставим печку. Ставим ее вот сюда, вот куда-нибудь. Ну и вот тут есть уголь, кирпич, железный слиток и золотой слиток. Дальше нам надо кузницу построить. Для этого нужен кирпич и железный слиток. Смотрим, как делается кирпич. 2 камня, 1 уголь. Железный слиток, 2 железные руды и 1 уголь. Значит, нам что там получается надо-то? 4 кирпича, 4 того, 4 того. Нам надо, получается, 8 камня, 10 камня нам надо и 4 угля. Это 10 камня. Кстати, нам тут понадобится еще еда. Она поначалу будет только ягоды. В будущем что-то другое появится. Тут появляется все автоматически, то есть ты ломаешь и появляется что-то другое. То есть там это может быть руда, это может быть камень, это может быть еда, дерево. То есть тут рандом. Рандомно все это добывается. Все, так. Добываем золото, железо. Я уже поиграл в эту игру до записи. В принципе, она мне понравилась, она действительно хорошая. В качестве выживалки это прям супер. Уголь добывается еще из дерева, которое, собственно, мы сейчас ломаем. Вот он, уголь. Руда. Все, я думаю, у нас... Блин, камень, что ты стоишь? Думаю, у нас хватает ресурсов. Смотрим, железный слиток, мне нужно 4. А, не хватает железа и угля. Мы делаем уголь. Пока добываем железо. Вот, говорит он нам, энергия на исходе. Это вот тут слева вверху, вот где я курсор вожу, это у нас наша энергия. Ее нужно восполнять едой. А вот цитрус, он дает 12 энергии. Также мы добыли ягоды. Они дают 8 энергии. И вот так вот и надо, собственно, выживать. Тут, кстати, есть еще улучшение. Вот здесь вот 64 навыка. Тут пока что 4 доступно, но когда ты один улучшаешь, появляется, я так понял, еще 2. А мы пока добываем руды. Еду тоже добываем, не забываем о ней. Вот, мы получили 2 уровень. Так, делаем 4 железа. Значит, заходим в меню навыки и смотрим, что же нам прокачать. Мы можем прокачать промышленность. Это открывает сталь, стекло и дает опыт за возведение построек. То есть за постройки, естественно. Экономика дает нам 40 монет. То есть немедленно. Сбор пищи, хлопок появляется чаще, позволяет находить пшеницу и позволяет находить свеклу. И магия позволяет находить фей. Тут все просто. Я советую сбор пищи вкачивать. То есть левую кнопку мыши задерживаем.
И выучим. У нас есть рубка леса. Деревья оставляю после себя на 50% больше древесины. Собирательство дает 4 новые чеки снаряжения и дает на 25% больше опыта за растения и урожай. Собственно, мы прокачали. Собираем железный слиток. И просто ждем. Так. И плавим тоже 4 кирпича. Все, у нас все переплавилось, и тем не наступила ночь. Но это связано не из-за того, то, что мы переплавили, а просто по времени. Тут надо, если честно, все абсолютно добывать. Построить кузницу можем сделать. Так. Дальше. Да, вот липкую кирку пока мы не сможем сделать, там нужна слизь, а я не знаю, где ее еще добывать. Вот монеты. Сейчас объясню, для чего они нужны. Это вот, чтобы купить землю. Вот тут стоит 60, тут 50, тут 80, а тут 30. Что еще хотел сказать? В принципе, тут больше ничего такого нет, просто выживать. Вот у нас светлячок появился, его можно, насколько я так понял, поймать в банку, но я банку не крафтил, поэтому не знаю. Так, добываем руды. Добываем еду. Так, нам надо будет сделать ловушку для рыбы. Она нам дает, собственно, рыбу и еще кое-какие ресурсы. Для этого нам нужна древесина, ломаем деревья. Отлично. Также из деревьев еще выпадает цитрус, который нам дает 12 энергии. Так, тут, в принципе, делать-то особо нечего. Нам нужно сейчас сделать швейную мастерскую. Для этого нам нужно 4 кирпича, смотрим. Хватает ли у нас ресурсов? Хватает, делаем кирпич. Ну, ты серьезно? Хорошо, печку мы-то переставим. Ставим ее вот здесь, чтобы я ее обходить мог. Все, да, кирпич у нас есть. Мы можем сделать швейную мастерскую, да? Да. Ее поставим куда-нибудь. А куда, я даже не знаю. Вот сюда вот поставим, хорошо. Ей можно сделать нитки, маленький рюкзак и маленький кошелек. А, так. Добываем пока уровень. Отлично, новый уровень. Что сейчас надо будет качать? Я даже не знаю. Собирательство может, но это еда, в принципе, еды нам пока что хватает. Я думаю, что стоит, наверное, даже не знаю, промышленность прокачать. Вот, плотничное дело открывает факелы, постройкам требуется на 25% меньше древесины, и вышивание открывает кожу, швейные мастерские работают на 25% быстрее. Собственно, вот у нас швейная мастерская. Нитки делаются из волокна, ну, это логично. Вот вам волокно, оно так выглядит.
Вот мы можем сделать нитку одну. Вот, нитка. Из нее можно будет... Не помню, что из нее можно будет сделать. Да, не помню. Так. Можно построить вот... Блин, ладно. Можно будет вот так вот мост построить. Сейчас дерево добудем. Вот, все, я, собственно, все дерево, которое на данный момент было, я срубил. Нам наш персонаж хочет есть. Не будем томить его, покормим. Так, я добыл 40 дерева. Делаем 5 таких вот, 5 мостов. Уже рядом с, этими мостами ставим ловушки для рыбы. Все. Больше мы не можем сделать, потому что ягод не хватает. Они нам дают рыбу, водоросли и песок. Больше мне, по крайней мере, ничто не попадалось. Только водоросли, песок и рыбу. Вот еще дерево. А, у меня одну очку навыков. Только сейчас заметил. Так, качаем магию. Отлично. Тут есть гениальность, она дает на 20% больше опыта. И есть магические письмена. Открывает таблички магии. Но тут небольшая такая... можно так сказать, немножко корявый перевод. Тут она не таблички открывает. А он стол магии открывает. То есть вот тут немножко так. Ну, может, и таблички, то есть... Ну, мне открылся стол. Поэтому, скорее всего, это просто ошибка перевода. Ну что ж, я думаю, для первой серии мы сделали, ну, я думаю, достаточно вещей. Мы построили, ну, мы сделали еду, мы сделали печь, сделали швейную мастерскую и сделали кузницу. Ну и, в принципе, я думаю, все, поэтому... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Шарки. Всем удачи, увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.